Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу предоставить вашему вниманию сорт под названием, с условным названием Свекровкин. Вот такие вот красные плоды, такие красавцы. Это уже не первые плоды, снимала до этого еще, но кусту довольно-таки приличное количество. Сейчас я вам их взвешу. По весу вот 347 грамм. Вот этот один портится немножечко, начал уже томатик. И 320 грамм. Сейчас мы, блин, не мы, я его разрежу и покажу, какой он. Вот так вот он выглядит на разрезе. Ну, так как у меня он рос в большой теплице, немножко к моим томатам не хватает калия. Большие получились плечики. Вот. Сейчас я попробую его на вкус. Преобладает больше сладости. Небольшая кислинка присутствует. Очень вкусный, гармоничный томатик. Мне очень понравился. Семейный сорт под названием Свекровкин. Посмотрите, какой красавчик. Посмотрите, какие крупные красные у него плоды. Ну и классные тоже. Посмотрите, завязал очень хорошо. Большие помидоры, крупные помидоры. Выше, я надеюсь, что он тоже завяжет. Кустик у меня получился в этот раз в теплице примерно 1,50 м в высоту. То есть не достиг крыши. Вот такой вот красавчик. Сорт под названием Свекровкин.